чайки, блядь, задрали крякать. Дождь херачит. Ну, я пока внутри гаража копаю. Пока что. Тащу к выходу все это дело. Блядь, очень неудобно, конечно, все это дело. Справа беру, налево ложу, слева беру, направо ложу. А иначе выворота не хватает. Поэтому справа налево, слева направо. Балкон это еще мешает, надо постоянно контролировать, чтобы в него не уебаться. Как думаете, гараж не упадет? Он там, он, видите, как сделано. Пенсионер, видать, делал из того, что было, из говна. Ну, в принципе, у него же он отстоял, этот гараж. Так что он выполнил свои задачи, на которые он возложил на него, на этот гараж. Пенсион-то, наверное, уже сдох. А гараж еще пока стоит. Какой-то камень там. Небольшой камень. Смотрите, под себя неудобно высыпать. Поэтому надо налево-направо высыпать. Куда вот? Себе на отвал? Ну, не вариант. Короче. Поэтому я направо-налево сыплю. Короче, надо быть начеку. Или башней ударишься, либо балкон стрелой. О, что-то там есть. Или еще что-то. Там что это такое, целлофан какой-то, что ли? А железо, которое здесь лежало, кто-то попиздил. Может, он сам убрал, я не знаю. Железо дохуя было. Все, сейчас надо как-то назад и вот сюда все тянуть надо. Блять, дождь с крыши, сука. Ай, блин, плохо.
Блин, чуть стрелой цилиндрами в потолок этот в проем не залетел. Да, вот так на себя приходится сыпать, а иначе никак. Иначе ничего не поделаешь. Планировочный ковш надо. Ну, короче, без планировочного херово. Ну, как херово? Не очень, короче. Пробуем выезжать. Где там отвал мой? Тише, тише. Чуть цилиндром в этот дерево не засадил в проем. Тихо, тихо, тихо. Косяк этот еще, сука, не вырвало. Не хватает мне поворота. Хера себе, я завалил себя. Ну сколько тут? Куба 2, наверное, я выгреб сейчас.
Короче, вот такая ботва тут у меня. Дождь идет, сука. Да, я скоро могу намокнуть. Ладно. Уже сколько нахерачил я. Сейчас стою тут, раз копаю. Оттуда эти едут с гаража. Я голову поворачиваю. Он уже вот так вот загнул, короче, этот рог. Вот так вот. До машины вот столько. Мару, стой, ты что делаешь? Стой, ты что, не пошел? Они пухие в хлам. Вообще просто, блядь, синие нахуй. Он даже не понимает, что он делает. У него глаза стеклянные, что у его жены, что у него, блядь, короче. Просто убитые в хламину. Ну, короче, что, позвонил я в 112. Не знаю. Пока там 112 не брал телефон сразу. Вот, как бы. Потом взяли с третьей попытки. Ну, я не знаю, они уже, наверное, куда-то уехали. Я номер машины сказал. Ну, просто вообще никакие. Не то, что бухие, а просто в говно. Вот просто в говно он даже, ну, не видит размеры машины. Даже размер машины не видит. Габариты. Железо еще один. Щит от классики. Тормозной надо. Короче, вот такая история. Ну а что он? Вообще груз. Просто синий, как хрен знает что. Дождик. И бушит. Бля, лишь бы ворота эти не отвалились. Косяк он. Вышел. Ну и тот так же. Фу. Ну да хуя еще. Еще куба, наверное. Блядь, 4, может 5. Сегодня тепло, плюс 17. Время 12:30 ночи. Солнышко светит. Сегодня ничего я с трактором не поделал. Ну как я поделаю? Не с кем это сделать. Цилиндр мне не поднять одному. Вот. Короче, одному никак ничего не сделать. Отогнал, поставил экскаватор на базу. Соляры поехал, взял. По 55 сейчас соляра, но взял, она черная. Короче, так вроде не вонючая, но черная. Не знаю, 140 взял, по 55. Думаю, нахер взял. Ну, в Митсубу, наверное. Митсуба ее, в принципе, схавает. У меня ТНВД запасной есть. В трактор, конечно, лить не очень такую охоту. Ну, посмотрим, что будем делать. Еще пока непонятно. Что-то будем делать.